Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. Я з радістю представляю нашого гостя. Це Рамиз Юнус, екс-руководитель апарата правительства Азербайджана і політолог з Соєдинених Штатів Америки. Господин Юнус, здравствуйте! Вітаю вас, дякую за запрошення, рад вас видеть в добром здравии, приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию, слава Украине. Героям слава. Господин Юнус, хотел бы начать, конечно же, с обстрела 2 января, самая массированная атака агрессора, просто-таки очень много было запущено ракет, и вот сейчас генсека НАТО Столтенберг говорит, что 10 января экстренное собрание Украина-НАТО. Следует ли нам чего-то серьезного ожидать от этой встречи? Или это будет рабочая встреча, где будут изучать и разговаривать о том, что нужно сейчас Украине? Ничего изучать не будут, однозначно, потому что машина эта запущена почти что 2 года тому назад, да? Ну, если на начальном этапе пока вот как раз-таки изучали, для того, чтобы создать эту систему, уже система создана. Это знаете как, что вот когда новый бизнес, люди начинают, создают какой-то бизнес, магазин там, производство какое-то, что-то. Вот когда все создают, станки покупают, проектно-сметную документацию, оборудование покупают, все. А потом, когда это уже запускается, тогда уже идет процесс выпуска, например, той или иной продукции. И вот в ходе выпуска той или иной продукции возникают какие-то дополнительные моменты, которые говорят, ну вот, например, или машина выпускает, например, машина была одного образца, а теперь эта машина вот такого типа. Здесь нужно усилить вот эту часть, вот эту. Но производство уже есть. Поэтому то, что касается сегодня полномасштабной агрессии России против Украины, оно уже вот вылилось в созданный механизм конкретный, да? То есть системный. И здесь системность, она видна как по военно-техническом плане, я имею в виду в первую очередь Рамштайн, и в политическом плане точно так же. Это мы видели и заседание Совета Европы, это мы видим отдельно семерку, и вот то, что сейчас военно-промышленные комплексы создаются, и по многим направлениям. Да? То есть и мы видим, и информационная война также, она принимает системные значение в плане того, что вот, как предотвращать вот эти фейки, вот эти российские нарративы и многое другое. По многим направлениям, я уже не говорю экономические вопросы, которые требуют чисто экономических вопросов поддержки Украины на должном уровне преодоления той же зимы, чисто бытовые вопросы, энергетические вопросы, вопросы по всем направлениям жизнеобеспечения. Да? Это же не только война идет на земле, потому что здесь целый комплекс этих вопросов. Поэтому это уже налажено. И когда это налажено, в зависимости от того, что на повестке дня сегодня, какие-то вот такие форс-мажорные ситуации, типа вот как эти бомбежки. Это же не первые бомбежки, и, к сожалению, это не последние бомбежки. Поэтому вы что думаете, они будут вот так регулярно встречаться и по новой обсуждать? Наверняка механизм уже налаженный, просто они будут встречаться для того, чтобы выслушать конкретно людей, которые на местах работают, я имею в виду в первую очередь представителей Украины, и не забывать, что на местах в огромном количестве представлены и многие эти страны, которые там тоже собираются, потому что вы не забывайте, что в рамках посольства всех западных стран работают и военные атташе, и другие представители, включая разведслужбы, которые достаточно информированы, и их эта работа в этом и заключается, что они сообщают обратно в центр ту реальную информацию, которую они также должны отправлять в Вашингтон, помимо той информации, которую отправляет и официальный Киев в том числе. И поэтому информации достаточно, и вот они встречаются для того, чтобы перевести это все в предметную плоскость, и я думаю, именно здесь эта встреча для того и созывается, и я думаю, что будут приняты конкретные решения. Некоторые нюансы этих решений уже мы недавно услышали, как представители 4 стран закупили в огромном количестве ракеты «Патриот». И, как вы сами понимаете, они в конечном итоге окажутся на территории Украины. Плюс будут еще поставлены, насколько я слышал, и конкретно сами «Патриоты», новые еще несколько установок, для того, чтобы усилить и обезопасить те направления, которые очень важны и которые представляют интерес для российской стороны в плане бомбежек и для Украины в плане логистики и других вопросов жизнеобеспечения. Поэтому здесь вот Канада уже выступила тоже касательно того, что она закупает у Америки этими
НАСАМС и для того, чтобы поставить их вам. Так что, я думаю, именно эти вопросы будут обсуждать и достаточно оперативно и достаточно быстро. Так что это очень хорошо, что эта структура была создана, и эта структура теперь она будет работать непосредственно. Здесь не будет таких вопросов, там нужен консенсус там, или что-то в этом роде. Это будет приниматься оперативным этим самым, и для этого не нужно будет такого консенсуса, который является головной болью то для Евросоюза, то для НАТО. Господин Ильинус, если вспоминать о реакции наших союзников, да, в первую очередь, это, конечно же, Польша. Глава МИД Польши Радослав Сікорський сказал следующее. Он прошелся по тем нашим союзникам, которые якобы устали от войны, напомнил им, что, как и аншлюз Австрии, да, на этом никто не остановится, имея в виду Путин на Украине не остановится. И сказал следующее, что Украине нужно дать больше дальнобойных ракет. И вот мы здесь вспоминаем Германию, Таурус, и то, что Германия говорит официально что? Что мы вот смотрим, мы видим, что сейчас происходит, мы держим руку на пульсе. Мы не готовы давать Таурусы, но мы об этом думаем. Вот у меня вопрос, почему так долго именно о Таурусах думает Германия? Она же видит, что они жизненно необходимы для нас. Вы знаете, одно дело то, что говорят в публичной плоскости, а другое дело, что происходит в реалии. 23-й год четко показал, что никаких запретов ни на какую номенклатуру оружия не существует. Я имею в виду ни на F-16, ни на дальнобойные ракеты. И Storm Shadow вы получили, и Атакамс вы получили. Поэтому, естественно, другие похожие номенклатуры, которые есть у разных стран, это просто чисто технический вопрос. Это не политический вопрос, потому что политические решения приняты. Сняли запреты на все виды оружия. Другое дело, почему сегодня мы так мало слышим на эту тему, и появляется поэтому и такое количество спекуляций. Я не сомневаюсь, что все необходимое, что касается для поля боя, касательно как сферы обороны и сферы наступления, и вы получите тогда, когда посчитают нужным все те, кто этим занимается. В плане того, что я вот ощущаю, что как будто бы идет такая целенаправленная системная подготовка к весенне-летней кампании. Все понимают, что весь 24-й год будет идти война. Это война в долгую. И поэтому, как вы видите, запустили военно-промышленные комплексы. И в Европе в том числе. В США оно всегда работало. Просто в США создали отдельное направление США-Украина, которые недавно встречались. И, как вы понимаете, были приняты очень серьезные решения. Вот. Точно такое же сегодня происходит и с Евросоюзом. Это впервые Евросоюз за все годы своего существования этим не занимался. И поэтому это тоже, наоборот, о многом говорит. И другое дело, как все будет выглядеть по номенклатурам, это засекреченная тематика, поэтому так много и спекуляций. Я просто не сомневаюсь, что если вам поставили Атакамс и вам поставили Шторм Шедов, я не вижу причин того, чтобы вам не поставили бы Таурус. Просто это наверняка будет делаться вот точно так же, как что связано с Атакамс и Шторм Шедов. Поэтому это будет засекреченная информация. Наверняка, когда произойдет что-то такое на фронте, типа вот как Новочеркасск, или то, что вот там в течение двух суток сбили 5 истребителей российских, вот, и неожиданно, да, в течение полутора суток, и вдруг такой результат. А Новочеркасск, это же не просто корабль, и не просто где он находился, и как его охраняли. Но опять же результат. Все же понимают, что Шторм Шедов поработал по Новочеркасску. Эти истребители были сбиты последними модификациями ракет «Патриот», которые были поставлены Японии и Южной Кореи. Поэтому 90% того, что сегодня происходит в этой сфере, оно засекречено. И именно поэтому такое огромное количество спекуляций, особенно в средствах массовой информации, которые выдают желаемое за действительное или ищут рыбу в мутной воде. Но я понимаю, что все готовятся к войне в долгую. Уже это понимание пришло. И поэтому вот переводят Украину на военные рельсы и усиливают военно-промышленный комплекс. И поддержки Украины как в военно-технической сфере, так и в экономической сфере через тот же Евросоюз будет усиливаться. У меня нет на этом никаких сомнений.
Война в долгую, это уже все понимают, господин Юнус, и хотел бы я вспомнить о помощи Соединенных Штатов Америки. В первую очередь, Кирби, Джон Кирби сказал следующее, что он координатор по стратегическим, да, коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома. Он сказал следующее, что мы не видим никаких разногласий или утечки денег, которые идут в помощь Украине. Также он сказал, что помощь уже исчерпана, нужно голосовать. И следующее он сказал, что он не видит, чтобы Путин, Кремль, Россия хотели хоть каких-то переговоров, несмотря на то, что они регулярно об этом пытаются миру говорить. Ну, это говорит о том, помимо этого, он еще сказал, что последняя эта помощь, которая была 27 декабря выделена, она дойдет до территории Украины через пару-тройку недель, потому что пока это выделяется, пока это доходит, это же процесс, да? А к этому времени, я думаю, подоспеют и деньги, которые вот сейчас являются предметом дискуссии между Республиканской и Демократической партией, и эти переговоры усиленно продолжаются. Большая делегация во главе со спикером Джонсоном сегодня посетила границу Мексики и Соединенных Штатов Америки, и 60 конгрессменов, республиканцев сопровождают его в этой поездке. И я так думаю, что в ближайшее время эти дискуссии еще более усилятся, хотя они продолжаются между этими двумя партиями за закрытыми дверями. Значит, просто усиленно ищут компромисс, и я не сомневаюсь, что они его найдут, потому что они обречены для того, чтобы его найти. Просто наверняка идут согласования определенных позиций, потому что это болезненно как для демократов, так и для республиканцев. Это не связано с вами, с поддержкой Украины. Это внутриполитические разборки здесь, в США. Поэтому они попадаются, они придут к какому-то компромиссу, потому что отсутствие поддержки Украине, Израиле, Тайваню, это не менее важно также для этих двух партий, тем более в разгар предвыборной кампании, потому что эти все темы также являются спекулятивными. Поэтому они не могут решать вопрос с границей, не решая эти вопросы. Они должны решить и этот вопрос, и должны решить будет этот вопрос. А коль это так, значит, компромисс будет найден, можете не сомневаться. А вот компромисс будет найден, господин Юнус. Но вот в Белом доме говорят, что будем помогать Украине сколько надо, сколько нужно будет, но не обязательно на уровне 22-23 годов. Это как можно понимать эти слова? Это то, что вот Европа пытается своими усилиями все делать и не, как вы говорили, да, мне в предыдущих разговорах, не смотреть и не ждать большого брата? Я не слышал таких разговоров на высоком уровне. То, что вы сейчас сказали, то есть, может быть, меньше того, что это было. Я таких разговоров не слышал. Более того, я могу сказать, что, как я это ощущаю, однозначно, одно дело подталкивать Европу к активности. Это тактика, понятное дело, для того, чтобы Европа активно в это вовлекалась. И это видно, это я подтверждаю то, что я говорил в ваших эфирах. И это видно. И вы видите, Европа очень сильно зашевелилась. Но другое дело, подталкивая Европу, они не могут дистанцироваться от этой тематики, потому что им нужен успех. Им нужен успех внешнеполитический, им нужен успех внутриполитический. Например, внутри страны сегодня экономика вроде бы работает нормально. То есть она в плюсе. То есть это хороший показатель. Но миграционная тематика, она на самом деле это проблема Америки. И республиканцы не просто так это поднимают. Например, если вы меня спросите, я лично поддерживаю ужесточение этой темы, но не за счет Украины, там, Израиля, Тайваня или каких-то других моментов. Зачем это связывают? Ну, я понимаю, что это они связывают для того, чтобы по-другому они не смогут прийти к какому-то консенсусу. Потому что если это отдельно рассматривать, они скажут, ну, а мы не будем рассматривать, и будут блокировать. Вот будет происходить то, что происходит в Организации Объединенных Наций. Да? То эти блокируют право вето, то эти блокируют право вето. Чтобы здесь не было такого права вето, надо сделать так, чтобы обе стороны были заинтересованы. И поэтому именно положили на чашу весов с одной стороны миграционную тематику, и с другой стороны вот помощь Украине, Израилю, Тайваню. Поэтому они договорятся. Других вариантов я просто здесь не вижу. Поэтому поменьше спекулируйте на эту тему и сомневайтесь в этом плане.
Просто это уже внутриполитические разборки Америки. Да. Я уже устал на эту тему говорить, потому что я это вижу, я это понимаю. Просто сказать, что Америка уменьшит, ну как она уменьшит, представьте себе, если во второй половине, допустим, предвыборной кампании, там уже Байдену, допустим, если он будет, да, кандидатом, хотя я вам заявлял в конце прошлого года, могу и сегодня повторить, еще неизвестно, кто будет кандидатом как от демократов, так и от республиканцев. Хотя сегодня все называют только две фамилии, да, и Трамп, и Байден. Но это может резко поменяться. Это Америка. Не сомневайтесь, что в этой стране такие процессы вполне реальны. Тем более, учитывая ту поляризацию, которая есть сегодня в американском обществе, и то неприятие, которое сегодня американское общество показывает обоим этим кандидатам. Массе своей американцы не хотят ни Трампа, ни Байдена. И поэтому очень возможно, что могут появиться и новые лица, учитывая уголовные дела против Трампа, и учитывая то, что Байден все-таки не так тянет, с учетом того, что ему 81-й год пошел, хотя и Трампу тоже под 80, но он более-менее живчик, да, в этом вопросе. Но в любом случае 80-летние кандидаты – это нехорошо для этой Америки. Но в любом случае успех на этой направлении, на украинском направлении, на ближневосточном направлении, на тайванском нужен. Но учитывая, что такая война полномасштабная, и она завязана очень сильно сегодня на поддержке Соединенных Штатов Америки, вот, я не думаю, что они уменьшат. Ну, как они могут? А как они будут спекулировать? Если европейцы будут что-то делать, тогда европейцы будут спекулировать. Немцы, там, французы, итальянцы, там, скандинавы там, или Великобритания. Они будут спекулировать, это мы сделали. Американцы же, как вы сами понимаете, главные в этом вопросе, они не хотели бы пальму первенства здесь вступать. Поэтому, я думаю, поддержка Украины будет на том же уровне, как в 2023 году, а временами и побольше. Особенно, когда это будет важно здесь, на президентских выборах. А, господин Юнус, а будет более важная, я так понимаю, это вторая половина 2024 года, когда активные будут президентские гонки и результаты выборов, да? Однозначно, потому что вот когда уже гонка начнет набирать обороты, вот, например, первые праймерис, они будут проходить вот здесь, партийные праймерис, все американские, да, они вот 15 числа только начинается, поэтому предвыборная кампания вот только начинается, поэтому после того, когда кандидаты определятся от каждой партии, вот, официально будут утверждены, а потом, значит, будут утверждены и вице-президенты. Вот, и после этого они пойдут уже по штатам, по Америке, и тогда уже будет видно, у кого какие возможности, да, кто будет впереди, кто будет уступать. И по мере того, как эта предвыборная кампания будет набирать обороты, те, которые могут влиять на эти рейтинги, они будут действовать. Но законодатели сегодня, у республиканцев сегодня мало рычагов влияния. Они могут влиять только через Нижнюю палату. Но они через Нижнюю палату... Почему вот такой они бой дали в конце прошлого года? Потому что они, Нижняя палата занимается бюджетом в сентябре, октябре, да, вот когда это приходит в финансовый год. И поэтому это главный документ Америки. Именно поэтому главного документа они решили дать такой, да, мощный бой. Все, что можно вытянуть с этой ситуации. Потому что после того, как бюджет будет утвержден, все. Дальше уже исполнительная власть свободна в своих действиях. Она берет эти деньги, и она уже их реализовывает. И поэтому здесь уже законодатели ничего не смогут сделать, потому что бюджет уже будет утвержден. А какие есть возможности влияния на исполнительную власть у того же Конгресса, а тем более, если верхняя палата находится в руках у демократов, и еще у президента есть еще право вето. Поэтому здесь очень... И поэтому именно республиканцы сегодня вот так бросились на амбразуру бюджета для того, чтобы использовать по максимуму. И поэтому эта тема и дошла вот почти что и до дефолта дотягивают. Но опять же, видите, они на красную линию не перешагивают, потому что дефолт ударит по тем же республиканцам точно так же. И точно так же здесь, и если бы не будет поддержки Украины, Израиля и Тайваня, это также ударит и по республиканцам в том числе. Поэтому они до красной линии это доводить не будут. Господин Юнус, вот также стало известно, это Bloomberg передает, что в годовщину установления дипломатических отношений между США и Китаем написали друг другу письмо Байден и Си Цзиньпинь. И там, я не буду цитировать, но в чем суть? Говорят о важности отношений, о том, что они должны улучшаться, что улучшение этих отношений во благо и жителям этих стран. Скажите мне, пожалуйста,
четко и Китай, и Пекин, и Вашингтон понимают, что их хорошие отношения – это ключ к стабильности в этом мире? Или кто-то из них хочет все-таки быть номер один и быть над кем-то? Нет, просто у них идет шахматная партия, и в данном случае Китай понимает, что белые фигуры в этой партии у Соединенных Штатов Америки. Но когда у какого-то... Я все-таки немножко играю в шахматы, я знаю, что не всегда белые, которые начинают право первого хода у белых, да, вот, и это не всегда же они выигрывают партию, они могут и проиграть партию, партия может быть закончится и в ничью, потому что право первого хода – это право фора, да, на один темп. Потому что в шахматах это темп. Ты на ход, потом этот темп ты усиливаешь, два темпа, три темпа, и потом в конечном итоге это приводит и к хорошей позиции в миттельшпиле, и ты уже к эндшпилю идешь с победой. А я уже не говорю о том, что ты можешь получить выигрышную позицию, там, получить там лишнюю пешка. Потому что, например, три темпа, или там четыре, это уже лишняя даже пешка. Три пешки – это одна фигура. То есть, есть свои правила, да, в шахматах. И точно так же... И в этой ситуации, я имею в виду против шахматной игре, политической шахматной игре между Китаем и Соединенными Штатами Америки, белые фигуры, несмотря на то, что находятся в США, потому что США сегодня экономически сильнее, и сегодня экономический кризис, который сегодня обуревает Китай, и успех экономики здесь в США говорит о том, что США очень сильно могут повлиять на то, что еще ухудшит ситуацию в Китае, но они могут и стабилизировать эту ситуацию. Китай заинтересован в стабилизации, вот, и рынка недвижимости, и то, что касается инвестиций и новых технологий. Вот, и это было видно, две встречи Си Цзиньпиня и Байдена, это показали, первый в Индонезии, второй особенно вот здесь, в Калифорнии, в Сан-Франциско, когда они встречались, и вот его встреча с большим бизнесом американским, где там были все представители крупного бизнеса Америки. И то, что предшествовало этой встрече, я имею в виду политические встречи на высоком уровне, и Блинкен, и министр финансов, и министр торговли, и губернатор, это же Калифорния, который все они посещали Китай и принимали с Си Цзиньпинем лично в преддверии вот этого визита. Это говорит о том, что и Китай, и США, лично Байден и Си Цзиньпин, они заинтересованы заниматься эскалацией как взаимоотношений между США и Китаем, и чтобы это не эскалировало все те территории, те географии на планете, в которых они также заинтересованы. Там, где сильно заинтересован Соединенные Штаты Америки, например, Украина-Российский фронт, Ближний Восток. Вот. Также, чтобы китайцы не эскалировали на этих территориях, точно так же, как и на других направлениях, в первую очередь, та же Тайвань, чтобы... не эскалировали ситуацию сами американцы. И вроде бы, как будто бы они договорились, это видно открытым текстом, что они ищут позитива, и Байден, Трамп, они отличаются, хоть они и наезжают на Китай, но позиция Трампа в этом вопросе не устраивает того же Си Цзиньпиня, и поэтому он заинтересован в том, чтобы Байден остался. Я думаю, они очертили наверняка определенные правила, договорились, что можно сделать, что нельзя делать, на что закрывать можно глаза, а на что нельзя закрывать эти глаза. Поэтому вот такого типа заявления, тем более, посмотрите, как позитивно они оба друг от друга отозвались, о странах своих отозвались. Это говорит о многом. Это говорит как раз-таки вот все те тенденции, которые и вот я с вами в эфире озвучивал регулярно, когда освещал взаимоотношения США и Китая. Я думаю, это очень хорошо для вас, в первую очередь, потому что вы на Украина в китайском направлении сегодня полностью зависите, конечно, от Соединенных Штатов Америки. Потому что сегодня ни одна страна, в принципе, ну, помимо Евросоюза, если так взять, отдельно взятая какая-то страна, она так не может, если она находится в орбите Соединенных Штатов Америки, она не может как-то минуя США влиять на взаимоотношения, ну, так влиять отдельно на взаимоотношения с теми же китайцами. Тем более, учитывая, что у вас до последнего времени вообще там послания было. Ну, конечно, это же вас не освобождает от того, что вы должны работать и усиливать это китайское направление, насколько это возможно, потому что это очень важно в нынешней ситуации экзистенциональной войны, потому что та позиция Китая, которую они сегодня придерживаются, она намного выгоднее для вас, нежели та, которая могла бы быть в случае эскалации во взаимодействии.
отношениях США и Китая. Слава богу, пока этой эскалации я не вижу. И я не думаю, что в 2024 году это будет ухудшаться. Я думаю, наоборот, учитывая, что здесь президентские выборы, учитывая то, что я сказал, они недавно встречались, и учитывая вот такого типа позитивное заявление, одновременное, и Си Цзиньпиня, и Байдена, это говорит о том, что они будут придерживаться этих правил. Я думаю, от этого Украина только выиграет. Господин Минус, а вот улучшение отношений между Пекином и Вашингтоном, как может повлиять на Путина и Россию? Я к чему веду? Китай может дальше играть две игры, да, поддерживать как-то Россию, чтобы держать свой уровень? Или все же улучшение отношений США и Китая может как-то негативно повлиять на Кремль? Каждая из этих стран, и Китай, и США, отдельно играют свою партию с Россией. Потому что им очень важно контролировать, влиять на эту географию. Начиная, допустим, с территории Белоруссии и кончая Дальним Востоком. Поэтому это всегда так было. Я всегда это подчеркивал. Все, кто владеет влиянием, имеет влияние на евразийское пространство. Это исторически так было. Вспомните историю Первой мировой войны, историю Второй мировой войны. Поэтому это очень важно. Другое дело, эти партии между Китаем и США, они в развитии. Между Китаем и Россией, они в развитии. Между Китаем и между Россией и Соединенными Штатами Америки, они в развитии. Но они разные партии. Они по-разному называются. Поэтому, то есть, как в шахматах, да, говорится, у этих сицилианская защита, у этих испанская партия, у этих защита Каракан, у этих защита Немцовича, они по-разному. Поэтому разный дебют, и ты с разными возможностями выходишь в Миттельшпиль. А после Миттельшпиля, вот то, что сейчас Миттельшпиль идет, да, и между Россией и Украиной Миттельшпиль, между американцами и россиянами Миттельшпиль, между китайцами и россиянами, между китайцами и американцами, это все Миттельшпиль, середина партии, да, вот процесса. И вот, а впереди уже, конечно, эндшпиль. И вот как придете к этому эндшпилю? Ваш вопрос именно говорит о том, что каким будет этот эндшпиль. Но все зависит от того, как пройдет этот Миттельшпиль. А Миттельшпиль во многом зависит, как удачно была разыграна дебютная стадия. Например, если взять взаимоотношения войну России и Украины, дебютную Россия проиграла. То есть она в Миттельшпиль в этой войне, она вышла со ослабленными позициями. То есть Блицкриг не удался, Сумская, Черниговская и Киевская область, естественно, оказалась освобожденной. И теперь они, естественно, хотят удержать то, что ими было захвачено в 2014 году, и то, что два года назад они добавили к этому. Но вроде бы половину уже этого уже освободили. Ну и поэтому идут вот такие бешеные местные мясорубки в районе Авдеевки, Работино, и это мы видим, да, там что происходит. Ну, значит, не вы сильно не двигаетесь вперед, не они двигаются вперед. Теперь, значит, будет война ресурсов, война на истощение. И вот здесь как раз-таки мы видим, как я в самом начале вам дал ответ касательно системности. Работа того же Запада, но с другой стороны, мы видим, что Россия, да, тоже перевела свою экономику на военные рельсы, по 3 смены там работают, но возможности России, они ограничены, они не имеют тех возможностей, которые имеют сегодня Рамштайн и весь коллективный Запад. И Китай вот в этом вопросе, он будет придерживаться этих правил, которые они очертили с американцами. То, что есть вещи, которые можно, а есть вещи, которые китайцы делать не будут. Поэтому эта война в долгую, в конечном итоге, приведет к ослаблению. Россия ослабляется. Китай, например, здесь ничего никак не страдает. Китай по максимуму вытягивает из этой ситуации. То есть, по дешевке сырье покупает, какие-то вещи продает туда. То, что, так сказать, помогает той же Украине, тому же Китаю. Но Китай никогда не пойдет с Россией на что-то такое, что ему будет во вред и экономически, и политически в том числе. Потому что у него есть место, где это он лучше получит. Это и Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз. Поэтому он шило на мыло менять не будет. 100 миллиардов с той же России. И посмотрите, какой оборот. 1,5 триллиона США и с Евросоюз. Просто он будет с ними, естественно, работать. И американцы об этой работе прекрасно знают. С ними работает же не только Китай. И Индия также работает. Просто другое дело, ослабление России и некоторое ослабление США на этом направлении, это выгодно, конечно, Китаю. Чем слабее будут страны, с которыми Китай ведет шахматную партию, тем Китаю легче будет пройти этот Миттельшпиль довольно успешно, получить определенный темп, и чтобы
к дебюту прийти в достаточно хороших позициях. Поэтому идет борьба за ту же Россию, за эту географию. Они не хотят развала ни те, ни другие, ни Китай, ни американцы этого не хотят. И европейцы этого также не хотят. Ну, процессы напоминают процессы, которые шли в Советском Союзе до перестройки. Значит, надо ждать, что когда-то будет и перестройка на этой территории. Я не сомневаюсь, потому что метод тот же, что было использовано Западом в отношении Советского Союза после его агрессии в 1979 году против Афганистана. И то, что произошло в 1985 году, 1987 год и 1989 год, вывод войск из Афганистана, а через два года и Советский Союз развалился. Поэтому вот эти все процессы, они, опять же, развал Советского Союза, он же тоже происходил контролируемый. То есть, как сказал Збигнев Бжежинский в свое время по этому поводу, говорит, хаос в самой ядерной стране мира тоже должен быть регулируемым. Поэтому и Китай, и США сделают все для того, чтобы ситуация в России была бы регулируемая, чтобы она не вышла из-под контроля, особенно в теме ядерного оружия. Ну, в конечном итоге она привела бы вот так медленно, плавно, но верно, дала бы тот результат, который им нужен. А что будет дальше с этой территорией, я думаю, американцы с китайцами на эту тему уже общаются конкретно и персонально. Господин Инус, спасибо за этот разговор. Я очень надеюсь, что эта шахматная партия будет только за нами, и победа будет, ну, должна быть только у нас. У нас вариантов, конечно же, нет. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Дякую. До побачення. Слава Україні. Героям слава. Нагадаю, з нами був Рамиз Юнус. Це є екс-керівник апарату уряду Азербайджану і, звісно ж, політолог зі Сполучених Штатів Америки. Не забувайте обов'язково підписуватись, коментувати і ставити лайки. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.